Серёж, что сказал андроид? Да там потом нарезка выйдет, увидите. Я запомнил его слова. В 360 смотрю. Увидимся. Ну, чуть попозже маленечко. А, в донате привет не сказал. Он потом на шорты там увидите, что он сказал. Расплескалась синева, расплескалась. По тельняшкам разлилась. По беретам, даже в сердце синева затерялась, разлилась своим заманчивым цветом. Даже в сердце синева затерялась. Брат Серов видел, что Андрей... А, ну ладно, ладно, это понятно. Тырин... А, ну все, это вы сами с собой общаетесь, это я вас не трогаю. Все. Ты видел, что Андрюха сказал, что? Да его, Андрюша, ну, да. Увидишь, блядь, он потом мяукать будет. Понятно, понятно. Что он там, блядь, городит? Он же Андрюша, ёпта. Ну да. Там мозгов, как вот в этой, блядь, чеплыге. Здорово, Санев. Читай рэпчика, у тебя хорошо получается. Блин, я, походу, не взял. Я еще, короче, один написал. Но я не взял, короче, эту, блядь, бумажку. Диман, здорово, где пропал? Раньше постоянно твой канал смотрел, хочу пожрать. Так я никуда не пропал. Здесь. Все здесь. А есть песни про Сашку? Про Сашку нету песен. А, ну есть, Александр. Про Ваську есть. Про Ваську, да, про Ваську только. Дим, что андроид газует на тебя? Да ребята, ёпта. Где ему наливает, там он будет, ёпта, про всех говорить. Понимаете? Он, я же говорю, он будет сидеть со мной, будет говорить про Гашку, шел. Понимаете, в этом нет. Это Андрюха, он такой сам по себе. Я, ну, вот да. Так, я же говорю, я увижу, вот, допустим, вот, я говорю, ты говорил такие вещи, он сразу будет мечать. Нет, я там, я не то хотел сказать. Это же, это, либо его там наускивают против меня. Да не-не-не, ну, Андрюха. Хотя, мне кажется, вряд ли. Нет, он вот. Изначально, он сам по себе такой, там. А это... так это, мне честно сказать, ёпта, не настолько уж он звезда, чтобы он мне что-то там за большие деньги, что-то. Я ему что должен, что ли? Он, наверное, это, что я ему там... Кроме четверки, на бутылку не купил, наверное, поэтому. Насколько ему что-то должен покупать, ёпта. Я ему покажу дорогу, нахуй. В чем проблема? Есть деньги, даю за что-то. А за просто так, он пускай Гашек дает ему. Я же говорю, попозже я увижу, все увидите у меня в ТГ, как он говорит, по поводу того, что он сказал. Да, зачем на него нет? Да, конечно, ну, Андрюха это Андрюха. Ну, что там, блядь, ёпта. Там его слова можно делить на 100, вот так скажу. Я же говорю, он такой человек, он... Ну, он сделал, да. Он, ты же знаешь, какой. Типа, да, ты куда... вот сегодня так же объяснял. Да, я сегодня так же говорил. Куда ветер дует, он туда, в принципе, и поддувает. Причем сам не понимая, что это ему только хуже будет. Лучше бы молчал, и у него бы все заебалось. Где Василий не спился? Не знаю. Не знаю, где Василий. Кто наливает, тот и главный. Да, конечно, ёпта. Вот, правильно сказал. Все правильно ты говоришь. Так и есть. Расскажи нормально про Васю, без шуток. Что вам рассказать про Васю? Что? Ему не нравилось то, что я ему запрещал, и постоянно ему выговаривал, что он лопает. Понимаете? А у человека горят трубы. Ему это пиво, оно не всралось. Он привык пить водку. Он съебался, поехал домой, к маме. Что вам еще сказать, ёпта? Последний ролик с тобой это чудо. Спасибо, спасибо, Ларис. Ларисонька, спасибо. Спасибо, дорогая, спасибо огромное. От души. Спасибо. Да да, что-то решил. Душевный такой. Станцевать маленький. Прикольный. Как говорится. Мне даже самому хотелось это вертушку сделать. Вот как вы еще тоже. Вертушку. Ребят, я не знаю, этот Вася с мамой живет. Откуда я могу знать, блядь? Спился он там, пьет он, что он там делает, я не знаю. Вот. Как Сатанюга сказал, что Вася тут маленько что-то выебался начал очень духу. Я говорю, я им сегодня говорю, я говорю, там, а что выебался? Да вообще такой, типа, хуйший стал Вася. Я говорю, ну понял. Вася вчера пьяный через дорогу переходил на жилзоне поликлиники, так что жив-здоров. Во! Вот, пожалуйста. Спасибо, Владимир. Да мы уже знаем, что он там делает. Если человек по жизни алкаш, ну просто алкоголик по жизни. Я сейчас не про Вася вообще говорю, есть такие люди. То хоть он кодируется, хоть не кодируется, это вопрос времени, когда ему опять нажраться, валяться в говне и всему подобное. Вот. Просто заебали меня с этой хуйней. То, что я кого-то там споил, спаиваю и так далее.
Новое погоняло Вася Крикун. Ой. Да нет, ребят, вот в целом хотелось бы собраться. Я хотел по-серьезному. В общем и целом. Как называется видео, где дядя Юра тушенкой испачкал себя и постель? Я не знаю. Какой тушенкой? Какой тушенкой? Своей? Что за тушенка? Пошла жара. Саня, только не кричи, Саня. А, все, понял. Ладно, ты меня рассмешил, Дима. Саня хохотов. Дима, на видосы будут? Да ну, и видосы. Так, смешно. Смешно. У вас что там, смешная водка продается? Ой, сейчас, подожди. Смейся, Дима. Да я уж насмеялся. Плакать надо, ёпта. Так, сейчас, стоп. Я-то обычно плакаю. Я тоже ржу, ну и писком, блядь. Меня жар бросает. Блядь. Ты что, по-серьёзки смеёшься-то? Да-да, ты меня рассмешил. А я? Да. Чем? Да ты рассказываешь тут истории. Басни всякие. Ой, извиняюсь. Ой, блядь. Сера, Санька Крикун как работает? А он не работает, он же этот. Да, я уволил. Он сейчас на меня работает. Да, я. Я все равно там столько не заработаю. С Диманом работать весело и интересно. Одно удовольствие. Диман, давайте за ВДВ обнял. Ну, давайте, давайте. Сань, да ты только что выпил, Санек. Да я, Диман, да давно я уже выпил. Да вот, только что выпивал. Да я давненько уже выпил. Вы просто вот говорите мне, я спаиваю. Я наоборот как-то говорю. Ну, я говорю, Диман всегда говорит, типа, не пейте, не пейте. Да ты, я просто знаю, Санек, этот, ну, просто пришли на стрим, я знаю, сейчас ты вот это вот сейчас допьешь и вот сюда увалишься спать. Нет. Саня, не пей, бро, ты нам еще нужен. Как так пить? Ну, у меня типа, тут еще одну стопку раз привет им передали. О, здорово, давай, давай выпьем. И следующую сразу, блядь. А чё, братишка, как планы вообще на будущее? План на будущее? Стать миллиардером. Стать миллиардером, зарабатывать, работать, открывать бизнес. Иди начни снимать ролики, на что готов мужик. За ролик, брат, полтинник плати мне, я прям пойду... 50 переводи мне за ролик. Ну, это мало, конечно, но полтинник переводи. Завтра пойду снимать для тебя, для всех. За выпуск.